Морозное утро, метель. Настоящие патриоты собрались у Стелы на площади 30-летия Победы, чтобы почтить память павших воинов. Так в Ульяновске традиционно отмечают День защитника Отечества. Губернатор Ульяновской области, сенатор Сергей Ревухин, добровольцы, общественники, представители духовенства возложили цветы к вечному огню. Я форму почему одел? В этой форме я в ноябре месяце в Псковской дивизии работал инструктором по тактической подготовке. Вот. Поэтому она мне очень близка, тем более еще погода сегодня как раз располагает к ношению этой формы. И этот день. Поэтому я хочу всех защитников Отечества и причастных к этому празднику поздравить с этим замечательным праздником, пожелать главное здоровья. Герои Великой Отечественной войны, афганы, специальные военные операции – эти люди не забыты. Депутат городской думы Владимир Ожогин недавно вернулся с передовой. Сейчас наши героические ребята отстаивают интересы нашей родины, защищают мирный народ Донбасса в зоне проведения специальной военной операции. Хочется пожелать им от всей души сохранить свое здоровье, выполнить все боевые задачи, освободить территорию Украины от нацизма. В память о воинах, павших в боях за свободу и независимость Отечества, объявлена минута молчания. Затем исполнили гимн Российской Федерации и троекратный оружейный салют продолжил церемонию. Важно именно сейчас, когда сплотились миллионы людей против нацизма, против преступлений, у которых нет срока давности. Забывать историю нельзя, уверен директор Центра патриотического воспитания. В советское время он назывался День Советской Армии и Военно-Морского Флота. Сейчас самый актуальный День Защитника Отечества. И президент вчера, выступая на митинге-концерте, он сказал, что теперь защитник Отечества – вся наша страна. Мы хотим донести на всех, что сейчас защитники нашего Отечества стоят впереди, на фронте, воюют с неофашистами, которые мы пришли на Украину. Торжественные церемонии прошли во всех районах Ульяновской области. Истинные патриоты России сейчас героически сражаются с неонацистами. И, как известно, только сплотившись, можно идти вперед к победе. Виктория Чиркова, Герман Баранов. Управда ТВ.